первом часу ночи у остановки «Университет путей сообщения» таксист сбежал из своей машины, спасаясь от пассажиров, один из которых продемонстрировал ему оружие. Карину молодой человек бросил посреди дороги на пересечении улиц Серышева и Некрасова. Перебежав на противоположную сторону, он попросил помощи у экипажа ДПС. Как раз в этот момент один из пассажиров сбежал. Автоинспекторы задержали 27-летнего мужчину, не слишком адекватно отреагировавшего на происходящее. При нем действительно был найден травматический пистолет, подозреваемого доставили в 10-й отдел полиции, туда же пригласили заявителя. 21-летний водитель Карины объяснил полицейским, что взялся подвезти клиента с улицы Ленина на Бондаря. Оказавшись в салоне машины, возбужденные пассажиры не скрывали того, что у них имеется оружие, и активно обсуждали достоинства имевшегося пистолета. Водитель Карины оговорился, клиенты не делали попытки его ограбить. К полиции молодой человек побежал из опасений, что странный пассажир может проявить агрессию в пути. При осмотре изъятого оружия выяснилось, что оно снаряжено патронами и пригодно к стрельбе. Установлено, что пистолет ИШ ранее принадлежал приятелю задержанного и состоит на учете. Однако владелец нарушил регламент хранения и пользования, оружие изъято. Полицейские заподозрили, что задержанный одурманен. От прохождения свидетельствования на предмет наркотического опьянения он отказался. Фигуранта разбирательства поместили в спецприемник для рассмотрения его дела мировым судьей. За потребление наркотических средств без назначения врача ему грозит до 15 суток ареста. С места происшествия Юлия Рябцева, Михаил Сергеев и Алексей Овчинов.